В июле во дворах города откроются социально-педагогические площадки. В течение дня вожатые будут заниматься с мальчишками и девчонками чуть младше по возрасту. Это не просто старшеклассники, которые решили сделать доступ детей интереснее. Прежде чем попробовать себя в педагогике, ребята окончили школу вожатых. На вручении сертификатов присутствовала и наша съемочная группа. Александра Третьякова проходит школу вожатых в третий раз. Предыдущие два года она уже работала с детьми на социально-педагогических площадках. Но, как говорится, нет предела совершенству. Конечно, есть какие-то повторения, но каждый год добавляются какие-то новые знания, потому что, вот, например, в этом году добавилась сценография и хореография. Мы, то есть, начали обучаться новым, так сказать, материалам. Заниматься в школе вожатых ребята начали с марта. И только в конце июня, пройдя 180-часовой курс занятий, получили сертификаты вожатых. У нас были занятия по комплектологии, по технике безопасности, по медицинской первой оказании помощи, по играм, по хореографии с приглашением специалистов. И плюс еще с ними работали психологи, представители органов правоохранительных, приходили с лекциями. Среди выпускников школы вожатых есть и те, кто впервые решил попробовать себя на педагогическом поприще. Я посчитал, что 3 месяца или каникулы – это очень много, и надо это время провести с пользой. И я решил пойти в вожатку. У нас было много занятий, как вести себя в разных ситуациях и что делать. И мы ко всему готовы. Вожатые не только сделают лето других ребят более ярким. За время каникул они приобретут, а кто-то усовершенствует, навыки общения и правила поведения в конфликтных ситуациях, разовьют свои творческие способности и заработают первые деньги. Нашим вожатым будет официально выплачена зарплата, с ними подписываются договора, им оформляется трудовая книжка, так что они являются коллегами на летнее время Дворца творчества детей и молодежи. В этом году в Серпухове откроются 15 социально-педагогических площадок в разных микрорайонах города. С детьми вожатые будут заниматься с 12 до 18 часов.